Друзья, всем привет! Это канал Мос Алим. У нас в работе на жидкие подкрылки Kia Rio. Давайте посмотрим на эти горы материала. Вот обратите внимание, как мощно лежит. Как горы на Кавказе. Как барханы в пустыне Каракум. Наш разоритель Андрюша не жалеет материал. Хочу это заметить. Разорить нас хочет. От души навалял. Молодец. Небольшой тест. Вот два колокольчика. Вот так звенит не обработанный, а вот обработанный. Я думаю, не надо объяснять, какой эффект он оказывает на снижение шума. Ну и хочу еще маленькое приятное вам рассказать, что на штатные локеры мы наносим вот такой материал. 6-миллиметровый, двухкомпонентный. Делаем это совершенно без ВОЗ, без ДДО, то есть ДАДом. Будет порядка 8 миллиметров как минимум, а то и больше местами. Как я и сказал, от 2 до 4 миллиметров здесь толщина. Так что, друзья, вот такой замечательный у нас здесь момент есть подарочный. Берегите уши. Всем пока.